Привет! Hola! Если вы еще не знаете, я Эрика Вейс. И я Эрика Монтель. И мы вас приветствуем в нашей арт-студии. Сегодня хотели бы рассказать, как можно сделать подарок для родителей на Новый год. Думаю, будет интересно. Мы будем использовать воду, цветные лаки, и нам понадобится белая кружка. И, может быть, мы будем использовать золотую краску. Entonces, solo vamos, puede que vamos a usar agua, shellac, y puede que este, y una taza. Entonces, empezamos llenando el con el agua. Ну, начнем? Да. Думаю, вам понравится. Мы наливаем воду. И я хочу, я quiero этот и этот. Хорошо. Los demás no son de Navidad. Думаю, что красный подойдет для Нового года. Это не наливаем, это потом будем красить. Хорошо? Ты будешь или я? Давай я, наверное, сегодня. Нет, сегодня я. Хорошо. Хорошо, спасибо. Ну, я... Только чуть-чуть. Хорошо. Стой. Делаем рисунок. Отлично. А теперь мы должны окунуть в этот раствор нашу кружку. И у нас получится такой авангардный рисуночек. Давай так. Раз, два, три. Молодец. Так. И теперь у нас получилась вот такая вот цветная красная кружка. Через несколько минут мы покажем вам, что у нас получилось дальше. Вот что у нас получилось. Esto es lo que nos ha salido. Hemos puesto un poco de estrellitas. Мы использовали золотые звездочки. Pintura. И Эрика нарисовала золотые сердечки для папы. Y con el palo podemos hacer corazoncitos. Я думаю, мы были вам полезны. Подписывайтесь на наш канал. И хороших вам выходных. Feliz Navidad. С наступающим Новым годом всех. Пока. Adiós.